Илья, с победой. Начнем с краткого подведения итогов. Какие матч получился сегодня для нашей команды? Да, играл и очень хорошо. Бились в обороне. Поэтому уверена, победа такая. Забили 6 голов. Очень важные 2 очка для нас дома. Небольшая пауза была. Что касается игрового ритма, насколько он сегодня был физически хорошо, комфортно и чувствовался вот то, что отдохнули? Ну, видели, что ребята зарядились, работали, мы не просто отдыхали, а готовились. Поэтому все были голодные, готовы, и вот счет показал 6 голов. Победа. Насколько важно было вот эту серию неудачную прервать, тем более домашняя встреча была перед болельщиками, с точки зрения того, что сейчас такой непростой выезд нас ждет? Да, немножко неудача была с победами, но все-таки играли в хороший хоккей. Я думаю, на каждую игру бились, создавали шанс на победу, просто не везло где-то. Сегодня, да, надо было проломить, поэтому очень рад за ребят. Ну и что касается вашей игры, насколько вам комфортно чувствовалось? Небольшая пауза игровая у вас была, как сегодня на льду было? Да, маленькая пауза. Конечно, 4 гола много, хотелось бы меньше, но самое главное победа. И вон все улыбаются довольны, поэтому я тоже улыбаюсь и довольный.